I'm alive. Что ты делаешь? Причем он эти конфеты не ест, только играет с ними. Ему почему-то не нравится, это маршмеллоу. Всем привет! Мы только что с Климкой позавтракали. Пьем чай с маршмеллоу. И по одному погоди. Клим пытается разбудить папку. Только аккуратненько. Ого! Ого-го! А тут не надо прыгать. Нет, а там упадешь. А то голову. Ну, вот залазить и прыгнуть туда. Тут первый ты стоишь на первую эту подушку. Допрыгни до этого потолка. Да, ну давай. Попробуй. Не, смотри, еще назад упадешь, аккуратненько. Все, мы открываем шторы, чтобы папка просыпался. Ты что, у тебя что, уже голова прошла? Уже вроде прошла. Ой, ты, у тебя уже голова скрипит. Я наконец-то добралась до Оксаны сегодня, доделывать зубы. Что, будем вот эту в сторону, наверное, да, сегодня? Ну, как посмотрим. Ты хочешь. Я боюсь, да. Камеру я сегодня забыла. Вот так вот чуть-чуть поставим. Так, сейчас кресло обработаем. Лиза, красота? Угу. Ага. А так. Вот они, красивенькие. Три красавца. 8, 7 и 6. Плотненько постаралась сделать. Надеюсь, пища не будет застревать. Ага. Все, я вышла. Челюсть онемевшая. Побегу домой, пацаны меня уже ждут. Еще я завтра поеду к Оксане. У меня здесь на переднем зубе откуда-то взялся кариес. Я в шоке. Не казалось, что кариес бывает только на задних зубах. И еще почищу налет. Тоже никогда в жизни у меня не было налета. А вот сейчас появился небольшой. Задний зуб я полечила. Все-таки восьмерку не стала удалять, я боюсь. Один удалила, верхний в следующий раз удалю. Но нижний будут лечить. Нижний больше всего боюсь удалять. Потому что они обычно болезненно заживают. А так самого лучшего зубного врача, дантиста Оксаны. Для меня это Оксана. Мы с Саней и вся моя семья ходит к ней и все в восторге. У меня здесь была пломба, я ее 3 раза переделывала, она все равно выпадала. Потому что там краешек зуба. А вот Оксана мне сделала, и она уже держится целый год. Контакт оставлю внизу под видео, пожалуйста, звоните только по делу. Мой телефон Оксана вам не даст. Пришли мои вещи с сайта Presley Buy, я так рада. И добавилась вешалок в мою коллекцию. Кстати, это единственный сайт, который присылает с вешалками и вот с пакетами. Мне пакеты нужны, чтобы накрывать вещи. Это очень нужная штука. Мои все пакеты, смотрите, на балконе. Вот тут почти все у меня в пакетах. Все из сайта Presley Buy. Спасибо вам. Я, в общем, сейчас мерить это не буду, потому что не тот вид у меня. Но без вас я сейчас померю. Если вам интересно посмотреть эти вещи на мне, поставьте видео лайк, и я обязательно это сделаю для вас. Я тут пытаюсь сейчас покрасить сахар. Красить сахар. Для того, чтобы делать сладкую вату. Вот такой у нас аппарат. Надо его протестировать. Пробовать. Краситель. Хорошо, что я в Париже, когда была, купила, случайно наткнулась, потому что в Алма-Ате это большой дефицит. Что именно, такой гель? Вообще краска гелевая, тут сухая краска есть. А она что делает вообще, как она? Какой у нее механизм у этой гелевой? Просто насыпать. И перемешать? Капнуть, да. Ух ты. А он как?
Он же превращает... Где, смотри. Он же превращает его в растаявший. Как ты сейчас весь сахар покрасишь? Ну, вот так вот, сюда кровью будем мешать. Mm. Он постепенно должен пропитать весь сахар. Вот такой прикольный аппарат нагревается. Таня будет тестировать с детьми потом еще. Опа. Мы только что делали вкусную сладкую вату. Готовили. Очень клево получилось. Я очень рада, что у нас есть дома свой аппарат для сладкой ваты. Реально, да, для нас в детстве было. Это вообще как-то из ряда что-то из фантастики. Да. Чтобы дома делать сладкую вату. Да даже такого представить в жизни нельзя было. В парке покупал сладкую вату, и все, и рад был. Ты хоть в Алмате жил, покупала. Мы в Атырау вообще такого не видели. Мечтали поехать в Алмату и поесть сладкую вату. Ужас. Дети мои, вам понравилась сладкая вата? Да. А ну-ка мою цепочку не трогай, положи. Это та, которую я никак распутать не могу. Сейчас вообще сделаешь так, что я ее никогда не распутаю. Пойдем лицо помоем, пошли. Наелись ваты, теперь хочется кушать еще больше. Сейчас будем варить пельмени. Только машину это нужно отмывать потом тщательно, да? Ну да, чтобы сахар не оставался. Да нет, кстати, ты знаешь, не так уж тяжело. Сахар быстро отходит, в принципе, как варенье. Сделала салатик и приправу из помидорной терки натерла, чеснок. Никуда понюхай. А я сделала салатик из мороженого, фруктового льда и фруктов. Можете посмотреть он на окне. Красотища. Ой, красивый салатик. Молодец. Сейчас я делаю печенюшки. Молодец. Видите короны. А дети там в темноте сидят. Молодцы, они сами построили дорогу. Вы сами дорогу построили? Это я построила. Молодец. Мы покинули. Георгий уже большой мальчик, что сам умеет дорогу строить. Что, можно им вылавливать уже пельмени? Тарелочки надо раздать. Раздашь, Лиза, всем? Давай. Давай, Лизик, раздавай всем тарелочки. Джордж, кушать! Ты зачем собираешь? Лиза раскладывала. Так, осторожно, а то еще ткнешь на рыбу. Кушать. Идешь кушать? Включите мультики. Мы смотрим с этим паром. Кушать, кушать. А где твое место? Где? Вот это твое, твое место. Аккуратно, горячие пельмени. Я думаю. Горячие. Давай. Горячие пельмени. Вот этот, что здесь плавает? Это пельмени. Это пельмени. Это что такое? Это кетчуп такой вкусный, мама приготовила. Можно кетчуп? Можно. Лиза, ты будешь? Не будешь приправу? Я буду приправу. Собак везем на подстрижку, слава богу, а то весь дом в шерсти. Я не вижу этой шерсти. Собаки. Сейчас будут стрижены. Понакупали кучу продуктов. Сейчас все буду разбирать. На кухню несу я. Что? Ты что там? Да я видео снимаю. Это Сашина мама принесла нам пирожок вкусный. Так хочется его попробовать, но сегодня уже не буду, потому что поздно. Толстею я, толстею. И после того, как потолстела, худею и никак не могу. Но думаю, что чуть-чуть все равно сбросила. Сайбеля ужин, остатки роскоши. Да. Подогрела, поджарила. А я сейчас... Я замочила тут. Я замочила изюм, а сейчас с кремом будем творог с изюмом кушать. Вот мой ужин. Тут слушаем про Турцию. Наши все ездят, в принципе, и довольны.
Вот это мы и говорим, сына. Ну, видите, это Бог. Это мое место. Вот это мое место. Много-много мусей. Красиво у тебя получилось. Откуда у нас эта машина? Какая? Покажи. Вот это. Эту? Это же тебе подарили еще в Москве, девочки твои. Девочки? Да. Какая? Ну, я не помню, как зовут. Мила же. Мила, думаешь? Угу. Ну, пусть будет Мила. Пиотик лежит и скучает. Ну, иди, иди к своему Сайбелю, он там лежит с Макой. Ага, ага. Это Климкина абрикоска, на. Всю съешь уже? То пилотик хочет. Клим не жадный мальчик, да? Угу. Молодец. Я съел один кусочек, а он всю полностью. Угу, не съел. Я потом про... теперь прошла. Еще до сих пор болит. Я жду, но она не прошла. Я уже хотел спать со змеей. Ой, где она? Где она? Она не прошла. Так вот же она. Вот она. Ты будешь не спать? Самая длинная змея. Ты не боишься, что она тебя ночью укусит? Угу. Давай говори всем пока. Всем пока-пока.